Всем привет, друзья! Тут с вами Грегори, и это шестой выпуск второго сезона проекта «Город в Майнкрафте». Сегодняшний обновление — это новое живое здание 10-9-этажка. 10-этажка и администрация города, которая находится с этими домами. Кстати, помню, в предыдущем выпуске там был очередной баг, который я, можно сказать, не заметил во время строительства, но я его, к счастью, исправил. Начнем с этого дома, в общем. Вот так вот выглядит здание, ну, типичное здание 121 серии. В общем, наверняка такой дом у себя в городе видели, но, правда, в других окрасках, то есть, других цветов. Вот такое вот здание. Давайте просто зайдем в один подъезд. Подъезд, тут у нас два входа. На каждом этаже по две квартиры, так что зайдем чтобы не зацикливаться. Вот так выглядит такой коридор. Здесь кухня такая вот. Еще одна комната, вторая, вот такая вот. Ванная, тут туалет, и все. Двухкомнатная квартира. Походу, вроде тут, наверное, там есть там. Так, тут опять кухня. Все, так сказать, все в порядке. В общем, вот такой был живой дом. В общем, я его показал. Теперь самое интересное, друзья. Самое интересное уже находится на Щербаковской улице. В общем, я, так сказать, оформил эту часть, в общем, добавил остановки. Остановка автобусов Щербаковская улица. И вот оно, в общем. Здание администрации города. В общем, такое здание. Как типичное здание. Наверняка такого типа есть в вашем городе или в городе Российской Федерации или стран СНГ. Устроено в советские годы. На крыше у нас российский флаг стоит, стоят кондиционер, вентиляция. Нас встречают три таблички. У нас администрация города Исатовская, губернатор Исатовской области и правительство Исатовской области. Вот так выглядит коридор, холл на первом этаже. Пройдемся сюда, тут у нас кабинет мэра. Такой вот кабинет. Напротив же за кабинет губернатора, там практически все то же самое. Дальше идет подъем на второй этаж, но мы зайдем чуть позже. Дальше идет кабинет вице-главы города. Ну там практически все то же самое. Так что идем все туда, тут у нас туалет. Такой вот туалет. Кабинки. Такие вот. Ничего не примечательные. Теперь можно подняться на второй этаж. В втором этаже тоже кабинет, но там еще и столовость. Вернее, там только один кабинет. У нас образование и наука. Здесь сидит министр по делам образования и науки. Здесь у нас столовая, где, так сказать, депутаты коротают свой обеденный перерыв. Ну, как по стандарту, то есть холодильники, печки и раковина. Ничего лишнего, все, что здесь. Здесь абсолютно то, что необходимо. Поднимаемся на третий этаж. Тут у нас тоже такой же побольше кабинет. Здесь тут устройство.
То есть там Министерство труда. Здесь у нас здесь такой место, здесь что-то вроде актового зала, но здесь там показываются различные презентации по развитию города. Здесь сидит либо мэр, либо губернатор, и там, в общем, рассказывает о чем-либо. И дальше такой вот экран, где показывают либо фильм, либо там презентацию. Так, тут у нас уже здравоохранение и медицина, хотя это одно и то же. Тут, в принципе, сидят депутаты от Министерства здравоохранения региона. И уже последний этаж, такой, и уже там тоже три кабинета, то есть большой зал, то есть такой большой актовый зал такой. Архив, тут у нас различные, то есть собраны абсолютно там все исторические данные по городу, то есть там различные газеты тех лет, что такое. Также имеется секретный архив, то есть не вот, то есть тот же архив, но не подлежащий раскрыть, то есть не подлежащий возглавлению, разглашению в СМИ, так, в СМИ, в интернете и так далее, и так далее. То есть здесь уже хранятся уже секретная информация, которая о городе, которая не должна быть засекречена. Последний кабинет в этом администрации это безопасность в городе. То есть здесь восседают депутаты МЧС по Александровской области. Хотя, в принципе, все кабинеты одинаковые, поэтому просто тупо зачитывал, можно сказать, таблички в этих кабинетах. В общем, друзья, вот такая вышла администрация, ну или мэры, называйте как хотите. Все время наступила ночь. Вот так выглядит здание в ночное время, просто. Ну, не очень-то и комфортно, но. Кстати, еще немного места осталось, так. В принципе, я планирую добавить библиотеку, еще один детский садик, магазин, школу еще одну. Ну, еще открыть жилой комплекс, который будет называться «Красные ворота». Это все планы у меня только на бумаге. Только в мыслях. Вот, в принципе, у меня пока что все. С вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите идеи. Всем удачи, всем пока.